шикарный проект «Город первых», что вот так у нас сдают дома. Огромное количество грязи, плюс еще вот эта сторона однозначно будет забита. А где же ближайший детский сад и школа? Чайки кружат над этим домом. Значит, где-то есть помойка. Залежи соли и песка. И не дай бог вы решите в продуктовый магазин сходить пешком. Как было две полосы, так две полосы осталось. 25 ноября 2022 года друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Не так давно я подробно рассказал и показал вам жилой комплекс АЦДС «Город первых». Сейчас вы его можете видеть за моей головой. Итак, 25 ноября 2022 года застройщик сдал первые свои дома, но почему-то не спешит с выдачей ключей. Я сюда приехал специально, чтобы посмотреть, что изменилось здесь и как застройщик сдал свой объект. Давайте вместе, внимательно и рассудительно все посмотрим. Ну, первое, конечно, сама трасса. Как было две полосы, так две полосы осталось. Из плюсов появился большой продуктовый магазин «Магнит». Вот это здание из кирпича. А вот это все промка, а здесь уже идет частный сектор и гостиница. Вдруг вам надоест ждать ключи или жить в новостройке, вы всегда можете снять номер в гостинице. Вот это единственный подъезд, заезд к вашему дому, который уже сдали. Обратите внимание, какая здесь шикарная дорога. И не дай бог вы решите в продуктовый магазин сходить пешком. Здесь все сделано для людей. Обратите внимание, какие классные тротуары, как все здесь убрано, как приятно и безопасно вам идти до ближайшего продуктового магазина. Единственное, что здесь более-менее, так это, видите, чуть выше подняли остановку общественного транспорта, и хотя бы здесь можно пройти. Вот люди как протоптали, так и протоптали. Спасибо, что есть переход. Нас даже пропускают, быстро проходим. И идем смотреть эту прекрасную новостройку. Залежи соли и песка. Видите, вот все как убирали, вот сюда навалили, а здесь, скорее всего, люди ходят и все протоптали. А раньше здесь были плиты. Теперь здесь все в снегу. Вот здесь я вижу часть асфальта. Ну как же без отдела продаж на объекте. Вот они впереди дома, которые уже сдал застройщик. Друзья, чтобы вы понимали, когда застройщик, любой застройщик, получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, жилого объекта, это значит, что объект безопасен, его уже можно эксплуатировать, и, соответственно, в нем можно жить. Также объект должен быть подключен уже ко всем инженерным сетям. Вода, холодная, горячая, электричество, газ, канализация, ливневка и все остальное. Асфальтированная дорога, здесь всего лишь две полосы. Ну, конечно, достаточно узко. Здесь мы видим тротуар, который просто здесь никто не чистил. Очень скользко идти, потому что сверху вода, а внизу лед. Да, все сделано для комфортной и безопасной жизни. Вот очень интересно, вот этот забор серый так и останется. Это так есть по проекту у застройщика, когда он сдавал. Я что-то в проекте его, такой чудный забор, не помню. Трансформаторную будку огородили зеленым прозрачным забором.
Да, смотрите, как классно. Чайки кружат над этим домом. Значит, где-то есть помойка. Вон, видите, тоже тротуар делали. Вот сейчас он пока идет никуда, но в дальнейшем, наверное, здесь что-то они подключат, продолжат его дальше. А застройщик, конечно, молодец, что сдал очень быстро. Но понятно, да, что вот эти все поля, все застроить, друзья, здесь не только ЦДС сюда вышел, а также и другие застройщики скупили землю под застройку. При этом здесь разрешение минимальное, максимальной этажности было 12, но переиграли и увеличили этажность. Стало больше квартир, больше людей, соответственно, у застройщика стало и больше денег. Напротив промка, она никуда не денется отсюда. Ну и, конечно, обязательно посмотрите мой предыдущий обзор, где я подробно рассказал про объект. И смотрите, вот сейчас первые жильцы начнут получать долгожданные ключи. И у меня вопрос, а где же ближайший детский сад и школа? Куда мне отвезти своего ребенка? Может быть, в отдел продаж? Там будут с ним заниматься? Или в частном секторе есть школа и детский сад? Вот куда? Поэтому посмотрите мой предыдущий обзор. Я рассказал про ближайшую школу и детский сад, который будет относиться к этому жилому комплексу. И пока мы с вами покупаем квартиры в таких объектах, они, соответственно, будут их строить и продавать. Где строили, там и насрали. ЦДС. Город первых. Вот мне очень интересно, как так сдали. Рядом мы видим стройка, видим кран. Это небезопасно. Там еще строить и строить. Сегодня, кстати, 31 декабря, 11:55. Никого тут не видно. Будем смотреть, как вообще пройти на сданный объект. Значит, асфальт вот здесь заканчивается. Здесь обычная грунтовка. И обратите внимание, что вот грузовики на стройку, они как раз вот здесь ездят. Что здесь останется с асфальтом, непонятно. Ну и плюс, не забывайте, вот туда ездят грузовики. Вот она, одна дорога. Тут две узкие полосы, на которых будут машины-то еле разъезжаться. И плюс еще вот эта сторона однозначно будет забита машинами, которые припарковались, потому что парковок, как обычно, нет. Ну, здесь будут пробки, я считаю, и, не дай бог, авария. Так, что мы здесь видим? Ворота, ворота на замке. Пойдем сюда, значит, у нас другой дороги-то пока нет. Как скользко-то. Ну, здесь дорога для грузовиков, вообще непонятно, где здесь вход. Давайте залезем вот на этот кусок плиты. И с ее высоты постараемся рассмотреть, куда вообще нам идти. Линолеум, плитка, временное освещение, мусоросборочная камера. Тут обратите внимание, что озеленение вообще просто ноль. И кто говорит, что зимой нет озеленения, обратите внимание на мое видео про Кантемировскую 11, где застройщик озеленяет и зимой. Вот и деревья видны большие. Вот, о, вот они. Вот привезли кучку, вот привезли кучку. То есть кто-то может, а кто-то нет. Тут обратите внимание, как красиво и ровно стоит опорный столб под дворовое освещение, контейнер под мусор, огромное количество грязи, земли. Ну и такое ощущение, знаете, что его не сдали. Хотя по документам совсем все по-другому. Что, друзья, хочу вам показать, как выглядит сданный объект. Обратите свое внимание. Вон рядом идет стройка, напротив идет стройка, а здесь территории до сих пор нету. А раздали дом, то значит этого не должно быть в проекте, как и ограждающих конструкций, деревьев, цветов, кустарника, асфальта,
брусчатки и всего остального. Да, очень, конечно, мне лично печально, что вот так у нас сдают дома. И здесь заслуга не только застройщика, но и тех, кто принимает такие объекты и выдает разрешение на вот эксплуатацию. А теперь оцените сами, пожалуйста, качество бетонного сооружения от застройщика. Смотрите внимательно. Вот здесь видим, что застройщик уже устанавливает такой бетонный забор, и понятно, что вот здесь в скором времени начнется грандиозная стройка, как раз под окнами первых жильцов города первых. Шикарный проект, и отлично застройщик подумал о своих клиентах. Как вы считаете, друзья, согласны со мной или нет? Напишите в комментарии. А как нас данный объект пройти мне? Что? Почему? Его 25.11 сдали. Значит, можно все заходить, уже все безопасно для людей. После праздников ключи будут? Печатали все. Опечатали все? А распечатают когда? Старший знает. Понятно, спасибо. Вот так, друзья. Дом сдали, все опечатали. И видно, достраивают. Как можно сдать дом и не передать сразу ключи? Вот мне непонятно. Чтобы у нас нам минимизировать споры, те, кто пишет, что срок сдачи и срок получения ключей разные, здесь я совершенно с вами согласен. Но в соответствии с законом застройщик имеет право получить разрешение на ввод в эксплуатацию лишь в том случае, когда объект будет подключен к инженерным всем сетям и соответствовать на 100% проекта. Вот, кстати, мне тоже интересно, вот это в проекте есть или нет? Вот эта земля с глиной. Или вы будете этим любоваться долгие и долгие годы. Новостроек большое количество, как на территории Санкт-Петербурга, так и на территории Ленинградской области. Обычно покупатель идет туда, где он видит рекламу. Или где риэлтору платят повышенную комиссию за продажу объекта. Нужно очень внимательно, тщательно выбирать, подбирать и знать рынок недвижимости. Нужна помощь с недвижимостью? Звоните. Мои контакты в описании к этому видео. Как только начнут выдавать ключи первым жителям, пишите мне. Я с радостью приеду с вами. И мне будет очень интересно, уверен, интересно будет подписчикам посмотреть, как застройщик будет выдавать квартиры новым жильцам. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал, а я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи!